国国务院新闻办公室、俄中友好协会、吉林省人民政府共同主办2017感知中国俄罗斯行吉林文化周，相约涅瓦河畔共饮文学经典中俄经典诗歌朗诵会。Сегодня в этом зале пресс-канцелярия при Государственном совете КНР Общество русско-китайской дружбы и Народное правительство правителей совместно проводят фестивали исполнения русских китайских стихов в рамках мероприятия «Узнаем Китай. Путешествие по России 2017 года. Культурные лидеры правителей». 在此，请允许我们代表活动的主办方向精心筹备此次活动的波罗的海国立技术大学和圣彼得堡私立补充教育孔子东方语言文化学院独立孔子课堂的领导和老师们表示衷心的感谢和崇高的敬意。Итак, позвольте нам от имени организаторов выразить свое глубокое уважение и признательность руководителям и преподавателям организаторов мероприятия.Бородинскому государственному техническому университету в Аниме имени Устинова и Академии восточных языков и культуры Конфуции за содействие и тщательную подготовку к фестивалю. 下面请允许我介绍出席今天朗诵会的领导和嘉宾，他们是Теперь разрешите представить вам наших руководителей и гостей, присутствующих на сегодняшнем мероприятии. 圣彼得堡市高等教育与科学委员会副主任Гайдай Владимир Тарасович. Гайдай Владимир Тарасович, заместитель председателя комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга. 圣彼得堡市议会法律事务委员会议员Ivchenko Boris Pavlovich. Ivchenko Boris Pavlovich, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга. 吉林省文化代表团团长、吉林省文化厅厅长马绍红女士。Глава культурной делегации правительства, начальник департамента культуры правительства, госпожу马绍红。吉林省委外宣办省政府新闻办主任张树斌先生。Начальник отдела международных отношений партийного комитета правительств и начальник пресс-канцелярии правительства правительств господин Чжан Шубин. 中国驻圣彼得堡总领馆文化领事夏光远先生。Консул по культуре Генерального консульства КНР в городе Санкт-Петербург, господин Ся Гуангюэн. 长影集团党委副书记张光林先生。Заместитель секретаря партийного комитета корпорация Чанчунская киностудия, господин Чжан Гуанглин. 欢迎。波罗的海国立技术大学校长 Иванов Константин Михайлович 先生。Лектор Бородинского государственного технического университета профессор Иванов Константин Михайлович. 让我们以热烈的掌声再次对各位领导和嘉宾的到来表示欢迎，谢谢你们。Давайте поприветствуем всех присутствующих на сегодняшнем мероприятии.现在我宣布2017感知中国俄罗斯行吉林文化周相约涅瓦河畔共饮文学经典中俄经典诗歌朗诵会正式开始。Разрешите объявить фестиваль исполнения русских и китайских стихов в рамках мероприятия «Узнаем Китай. Путешествие по России 2017 года. Культурная неделя правительства открытым!»首先请波罗的海国立技术大学校长 Иванов Константин Михайлович 先生致辞。Прежде всего,
попросим произнести торжественную речь ректора Потенского государственного технического университета профессора Иванова.